В ульяновских университетах будут созданы базовые кафедры по развитию предпринимательства. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на российском инвестиционном форуме, который проходит в эти дни в Сочи. По его словам, такая мера позволит выстроить полноценную систему непрерывного всеобщего предпринимательского образования и создать почву для качественного укрепления данного сектора. Пилотными площадками в регионе станут Ульяновский госуниверситет и Ульяновский технический университет. Ульяновская область – одна из немногих регионов, которая популяризацией предпринимательской деятельности начала заниматься гораздо раньше, чем появился национальный проект. Многие регионы только думают, а уже большинство проектов, продуктов, описанных в национальном проекте, уже реализуются в Ульяновской области. Это вот инициатива вашего губернатора. Человек знающий, понимающий, искренне болеющий за этот вопрос. Уже со следующего года в школьной программе в рамках дополнительного образования будет внедряться новая программа «Основы предпринимательской деятельности» для учеников 5-11 классов. Для учителей, которые будут проводить уроки, уже разработан курс повышения квалификации. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.